понятно, что уже никакие смс-ки здесь ни при чем. Причина другая. Нет, да никто не получал смс-ки. Юра, можешь пройти? Юра, можешь пройти? До скольки обед-то у вас? Минута, еще минута. Еще минута. Что будет? Минута еще. Мы не работаем сейчас? О том, что банк отнимает лицензии, говорят, в марте были смс-ки. Никто не получал. В конце марта уже никаких движений с расчетных счетов не было. Никто не получал. Слухи это просто. Нет, были смс-ки. Не были. Никто. Где? Вот хотя бы одному фильму покажите. Покажите смс-ки. А? В конце марта уже не работал. Уже не работал. 26 марта банк уже не функционировал практически. Добрали? А вы так и будете стоять, что ли? Чего не читаете банк? Объясните. Мы вкладчики, мы юрлица. Почему вы не пускаете? Я не понимаю. Вы почему не пускаете? Где объявление, что к вам? Еще раз объясните мне, пожалуйста. Почему? Почему вы не, почему вы не пускаете тех людей, за счет которых вы получаете свою зарплату? Почему вы не пускаете своих клиентов сюда? Я не уберу ногу. Объясните мне ситуацию. Почему вы не пускаете людей в банк? Люди пришли, хотят зайти в банк. Почему не пускаете? Вы позовите сюда руководство. Вы благополучно здесь. Руководство вызовите сюда. Возмущенные люди. Мы пришли, мы здесь. Вот сколько народу здесь. Вызовите, скажите, здесь возмущенные люди. Им нужно ответить. Им нужно объяснить. Но мы сейчас все зайдем сюда. Вы хотите этого, что ли? Пусть выйдут, расскажут, как обстоят дела. Клиенты должны иметь доступ в банк. У нас здесь деньги. Мы хотим зайти в банк. Почему нас не пускаете? Объясните, что? Вызываете? Нет, а зачем вы нас провоцируете? Вы провоцируете, вызовите руководство суда, вызовите, пусть объяснится. Мы написали, никто ничего не может ответить. У вас обед с 13 до 14, время 2 часа. Мы стояли целый час ждали. Потому что мы обслуживаем по талонам. По каким вы, где написано, что вы обслужите по талонам? Объясните, что вход только по талонам, где написано? Читайте. Нет, вы вызовите. Мне надо проплатить кредит. Вызовите, пусть руководство нам объяснит. Домой сидите, собирайтесь, без вас выдадут деньги. Я широкий. Сколько можно терпеть уже вас? Нет, никакой информации нету. А потом выпускается. Никто не вычислит людям. Где руководство? Вызывайте руководство. Руководство вызывайте. Вы объясните, вот вы старше среди них, никто не выйдет. Объясните. Вот вы что все молчите? Объясните ситуацию. Скажите, к вам никто не выйдет, не стойте здесь. Вот и все. Мы развернемся, пойдем в Нацбанк. Там не получится, пойдем в правительство.